ブリーチソウルカーニバル。Эй, приветствую вас, дорогие друзья, с вами Андрей, в душе станет теплее с игрой Bleach. Полное ее название Bleach SK. И по сути, сегодня мы познакомимся с этой игрой по аниме-франшизе. Soul Society での数々の激闘を終えて、現世と戻ってきた。だが、大逆の塔、アイザ。アイザ。そんな中、イチゴは。Игра от Sony для своей PSP платформы, самой первой. Видимо, они рассчитывали привлечь анимешников. В частности, любителей франшизы Блича. Игр на PSP первую по Бличу очень много. Ну, похоже, что это прям какая-то команда была, которая явно не делала что-то очень дорогое. Делала что-то весьма дешевенькое. Вверх кружок, вниз кружок. Игра, опять же, да, эксклюзив для японского рынка. Вверх квадрат, старт. Что старт? Это менюшка. А, чтоб вот этих вот летающих. Ну сюда рубль гони. Кстати говоря, можно просто их в воздухе ударами обычно подлавливать. Наш любовный интерес. Рюкия? Рюкия? Аваке. Аваке. Тецудайте. Маасой. Так, золотая плашечка. Всё. Или мы... Так, чуть-чуть рассказывать про франшизу Блича. Типа, в Бличе ты можешь всякое делать. Так, она будет на треугольник, так понимаю, теперь появляться. Судя по всему, какая-то лютая сложная схема. Да, она теперь получается
Ну, знаете, даже это выглядит в каком-то плане подороже, побогаче, чем браузерная игра по этому самому Бличу. Я ее как-то, помню, видел. Когда стали активно появляться вот вот браузерки по анимешкам. И в Наруту я играл. Рукио. Она в итоге ничего не сделала. Не зря мы сделали этот призыв. Она призывается такую-то мини-область вокруг себя. Но звучит как что-то бесполезное. Сохранение. Так, где мы? В лесу каком-то. Фигаш себе квадрат. А если я могу тебя заспамить, то какая разница вообще? Но он чем-то попал по мне. Что это? Ульта? Да, по сути, мы его просто поимели. Еще и бонусная рулетка. Еще бы. Давайте детей приучать с детства, что казино — это весело. Махимо. Ма! Нахимау! Ичху! Резкий, конечно. Ну, вот и медведь живой. Медведь, насколько я знаю, очень популярный персонаж. Многим он нравится. Какая-то статистика. В общем, вот такая вот игра. Она даже выглядит как больше как мини-игра. Явно они хотели подсэкономить, поэтому модельки и персонажи такие. А почему выход? Почему нажать на что-то новое? А, я все теперь по новой начинаю? Или нет? Нам тут рассказывают сюжет определенной арки. Это то, что я по сути скипнул, видимо, случайно. Окей, значит, игра начнется заново. Ну, в общем, тогда мы на этом и закончим. Закончим с игрой, по сути дела. Вот так вот она и будет. Ну, типа вот мини-игра. Совсем прям реально мини.
Или двойной прыжок. Кому-то. Есть люди, кому очень сильно нравится в игре двойной прыжок. Так что, может быть, вы прям будете счастливы. По большей части, наверное, эту игру можно описать как игру чисто, опять же, для фанатов-поклонников, которые, в принципе, готовы играть все по своей любимой франшизе, потому что, опять же, они фанаты. Так, рейтинг интереса бы я к этой игре поставил бы, наверное, ну, не знаю. 1 балл за то, что, в принципе, она вполне себе играбельна. Интерес она вообще никого не вызывает, но играбельность у нее, ее под вопрос ставить не будем. Пока что она выглядит максимально играбельно. Мы даже можем... Оказывается, мы, ну, можем и могли подняться. Кстати, ускорение. Причем бесплатное, судя по всему. Ну. Я вам, друзья, желаю всего хорошего. Любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас. Все мы периодически делаем ошибки, но если... Если этого не понимать, то взаимодействовать будет сложно. Близкие делают, и друзья, и просто люди вокруг. А все это нужно нам друг друга понимать, как это, в принципе, к примеру, показывают все вот эти вот аниме. Порой показывает что-то весьма положительное. Казино, как, к примеру, в этой игре. Но многие на это внимание не хотят обращать. Да, блин, спустись-то с небес. Ради этих сфер. Well. Давайте еще можно плюс вот. И не ради, друзья, в хорошие игры, не важно, по аниме они, без аниме, по фильму, без фильма. Главное, чтобы были хорошие, потому что в них мы с вами и увидимся. Всем пока-пока.